Sì, rosso negro, andate. Смотришь,
développement significatif. Вышка подавления дронов. Вот почему у нас нет дронов. Наверное, в этой миссии нет. А потом будет, когда ликвидируем вышку. Это как его? Ну как его? Сохранение. Весь тут грязь здесь. Щиток. Щиток. Еще два треугольничка. Еще треугольничек. Разрывные. А это что такое? Турель? Что ли? Управление воротами. Не, ну это уже не смешно. Все-таки решили посмертно героя дать.
глаза взрывные. Электрощиток. Щиток. Собирайся на маяк и всех их переубивай. Как наши старые добрые Far Cry. Только масштаб больше, конечно. Но там маленькие были базы. Но и полусенькие такие были. Far Cry. О, а куда он побежал? Побежал. 945 метров. А это ну просто утренняя пробежка. Поднятый контейнер. И на кого его можно свалить? Неизвестно. Значит, разрывные. Это какой-то пультик. Пультик. А вот система. Система чего? Система управления. Охлаждением. Система управления охлаждением. Поднятый контейнер. Во. Зараза какой-то. Почему-то мы не попали. А, это там надо идти. Нужно учитывать там ветер, дальность, вот там. Километры расстояния. Правильно я говорю?
очень далеко. Подобрать метательный нож. Инвентарь заполнен. Инвентарь заполнен. Неужели туда придется идти?